Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по новому расширению LamaTop. И в этом видео я хочу проверить на вывод. У меня есть немножечко денежек, и проверить, как платит. Минимальный вывод отсюда, друзья, 5 рублей. Значит, вот у меня значок, он установлен. И у меня на балансе 15 рублей. Баланс. Так, не туда. Это меня перебрасывает обратно в кабинет. Ну да ладно. Значит, я в прошлом видео забыла сказать, что нужно после регистрации обязательно подтвердить, друзья, почту, электронный адрес. Письмо мне пришло не сразу, с третьего раза. Ну, как-то так. Вот. Здесь у нас вкладочка «Заработать», «Рефералы», «Рекламодателю», «Аккаунт», «Баланс». Далее вот здесь три точки. «Аккаунт», «Поддержка», «Выход». Далее здесь можно установить язык. Как бы, значит, расширение международное. Можно установить. Я вот кликнула. Сейчас у меня будет английский язык. Видите? И перейти на русскую версию. Так что можно приглашать и иностранцев. Тоже радует. Что еще я хотела вам здесь показать? Сейчас у меня страничка загрузится. Добавили платежную систему Pair. Я в прошлый раз делала видео. Pair не было. Я прописывала. Яндекс.Деньги прописала. Вот такая вот рекламка, смотрите, появляется от этого расширения. Вот вверху было. Баннер такой большой. И вот баннер тоже. Вот такой баннер. Большая. Такая, большой такой вот баннер. И вот их рекламка пошла у меня. Видите? Значит, смотрите еще, друзья. Так. Вот здесь три точечки. Кликаем на эти три точечки. И здесь у нас как бы такая тоже менюшка. Баланс. Пополнить, вывести. Давайте нажмем вывод. Я вчера прописала Pair кошелек. Естественно, я тогда буду выводить на Pair. И сейчас проверим. Хотя мне уже в комментариях писали, что уже мои партнеры выводили вывод инстантом. Вот. У меня 15 рублей. Значит, внимание, мы находимся в тестовом режиме. Еще как бы. Они тут пишут, читаем всю информацию. Значит, смотрите, на Pair 1%, на эти, на остальные по 2%. Введите сумму. Давайте, не знаю, пройдет с копейками или нет. Наверное, не пройдет, друзья. Даже и пробовать не буду. 15. Или попробовать. 95. Потому что во всех расширениях, насколько мне известно, нужно целое число без всяких копеек. Так, Pair, видите, добавили Pair. Кликаю вывести. Если сейчас не пройдет с копейками, поставлю целое число. Вывести. Грузится страничка у меня. Так. Выплаты только на верифицированные кошельки. Так. Ну, как долго. Грузит. Видите, еще тестовый режим, как бы они запустили. Но тем не менее рекламы очень много. У меня со всех сторон эта реклама идет, расширение.
как долго поставлю на паузу, подожду. Вот, смотрите, выплата успешно был значок. Ну что же, загрузилась у меня страничка. Давайте перейдем на Pair. И вот 15, 3 августа. Так. 15 рублей. Сейчас я вот сюда кликну. Вот, видите, появилась вот такая баннер такой длинный. Вот это вот рекламка Ламатоп. Вот. Шла. И вот по операции 3 августа. Перевод выполнен, 15 рублей. Все замечательно. Платит, значит, без копеек, друзья, выводим. Вот. И здесь вот 95 копеек у меня осталось. Было 15,95. Платит инстантом. Далее вот здесь менюшечка. Я вам показала пополнить это для рекламодателей, кто будет пополнять. Вкладочка «Вывеси» я вам только что показала. Здесь есть карьера, уровни. Далее главное зарабатывать. Серфинг – это вот у нас расширение. Задания выполнены. Вкладочка «Рефералы», рекламодателю вкладочка. Также делать свою рекламку, задания, посещения ВКонтакте, Телеграм, Ютуб. Очень много тут можно рекламить свои проекты. Так, рекламодателю показала аккаунт. Ну, здесь сообщение, техподдержка и настройки аккаунта. В настройках прописываем свои платежные реквизиты, какие нам удобно. Ну, в принципе, это все. Очень даже неплохое расширение. Всем удачи. Спасибо за внимание. До новых встреч.